Такой велосипед был у меня в детстве. Точно, точно. Когда ты подрастаешь, третье колесо снимается, ставится, и он становится двухколесным. Но самое его удивительное свойство, что у него нет тормозов, и тормозить приходится ногой. Поэтому все мои сандали были протерты до дыр. Вот он мой велосипед. Вот интересный экспонат. Кресло, на котором лежат вырезанные деревянные варежки. Подобный экспонат я видел в музее города Галич. А там были подлинники и был еще второй стул. Второй стул значительно интереснее, потому что на втором стуле варежки лежат впереди, там, где должен сидеть человек. И задается загадка, для кого был стул, где варежки лежат впереди на сиденье, и для кого был стул, где варежки лежат сзади, как и здесь. Отгадка оказалась проста. Если варежки лежат впереди, то сидеть на стуле неудобно. И этот стул предназначался для гостей, которых хотели побыстрее выпроводить. А стул, где варежки лежат сзади, предназначался для самого хозяина.